Привет, друзья! Сейчас в России множество компаний и частных лиц разрабатывают FPV-дроны «Камикадзе». Все стремятся удешевить свои дроны, но никто не пытается удешевить боеприпасы, которые используют FPV-дроны. В основном на дронах используются боеприпасы серии ПГ-7 с пробиваемостью 500 мм брони, используемые в гранатомете РПГ-7. Российские разработчики разработали более дешевый снаряд для дронов на основе неуправляемых авиационных ракет. Бронепробиваемость меньше 400 мм брони, но и цена существенно ниже. Вес снаряда 3,65 кг. У меня в руке снаряд от Института прикладной физики, специально разработанный под мой носитель. Это снаряд отличается от базовых снарядов гранатометчиков в виде ПГ-7ВЛ своей относительной недороговизной. То есть он стоит в 6 раз буквально дешевле базового боеприпаса для гранатомета, который очень часто используют. У него шикарные характеристики тактические. В общем, это 400 мм гомогенной брони, которую он может пробить. Ну и, как бы, судя для специалистов, будет очевидно, что за основу взят авиационный боеприпас НУРС, который призван поражать бронированную цель. Это осколочно-кумулятивный боеприпас. Но на самом деле в зоне СВО очень часто снаряжают все, что угодно. То есть мне даже тяжело его держать, его вес 3650. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.